Это случилось 1 сентября 2004 года в Северной Осетии в Беслане. Во время торжественной линейки в первую школу вошли террористы, которые совершили захват заложников. В течение 2,5 дней они удерживали в заминированном здании более 1100 человек. В результате теракта погибли более 300, из которых 186 – дети. Память об этой трагедии заставляет задуматься об очень серьезных вещах. Главное – быть вместе против террора. Именно это написано на значках, которые раздавали на траурном мероприятии, посвященном трагедии в Беслане. Оно прошло в Монине. К собравшимся на площади перед Домом культуры обратился заместитель главы администрации городского округа Щелково Виктор Семин. Когда мы едины, мы непобедимы. Давайте сегодня вспомним. Вспомним всех тех, кто погиб в террористических актах. И особенно, конечно, давайте вспомним о наших товарищах, которые освобождали заложников, которые стояли насмерть, выполняли свой профессиональный долг. В Беслане в страшной схватке с террористами в тот сентябрьский день погибли 19 сотрудников спецподразделений, освобождавших заложников. Именно благодаря им большинство из людей, оказавшихся в плену у вооруженных боевиков, остались живы. На мероприятии в Монине в память о погибших звучала музыка, под которую совершался особый ритуальный танец. Все вместе, по разную сторону. Память остается. Это очень важно. Щелковцы на мероприятии возложили к обелиску цветы и подняли над головами белые шары. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.